Всем привет! С вами дядя Володя Страшный и бульдог наш. Бульдог-носорог. Ну какой он там бульдог? Он просто буля. Мы с Булей мы вышли погулять, заодно Юпитера пятого поковырять. Ребят, вы там много пишете, что затяни демпфер. Один даже там какой-то написал, что ты там совсем тупой. Не знаю, что демпфер надо затягивать при езде с коляской. Потом что-то я этого уже сообщения не увидел, видать, человек одумался. Ну, ребят, я, конечно, может быть и тупой, конечно, но не до такой степени, чтобы не знать, для чего существует рулевой демпфер. Вообще кадры, да? Написать такое мне. Напишите, ничего страшного, мне какая разница. Я от этого ни дурнее, ни умнее не стану. Булька, иди сюда. Иди ко мне. Что-то он какой-то загадочный сегодня. Вот. Ну и что? В правом бардачке писали, посмотри, что там есть в правом бардачке. Ну я смотрел, в правом бардачке, кроме лягушки, она же включатель заднего стоп-сигнала, ничего нету. Вот такой вот бардачочек. А вот в левом бардачке еще тогда попервой я обнаружил одну интересную вещь. Вот так ее даже видно, эту вещь на видосах. Ну вот, сейчас покажу вам. Вот, оказывается, здесь лежала аптечка. Она вся в мазуте, он уже палец я вымазал. Сейчас возьму. Буля, ты где? Боюсь, чтобы он на улицу не убежал. Иди сюда. Сейчас. Вот он, пришел. Надо его немножко с собою занять, чтобы он тут рядышком крутился. Иди ко мне, барбос. Хотел мормоном назвать. Барбос. Короче, он меня вчера тяпнул за ногу, аж до крови прокусил. Не знаю, не началось ли у меня бешенство. Но такие вот как бы симптомы у меня уже есть. Стал я какой-то бешеный. За шкурку ему никогда не больно. Тем более у него есть способ с этого захвата выкрутиться. Вот глядите, тремя пальцами держу. И глядите, у него сейчас. Ну, это сейчас потому, что я разговариваю. Глядите, сейчас будет крутиться. Видите? И выкручивается. Это просто кадр какой-то. Атя! Но! Атя! Отвлекся! Его не схватит за шкурку. Глядите. Все, сейчас крутанется. Видите, что делает? Оп! Хитрый. Эй, отдай перчатку. Перчатка это для чего? Она ж моя. Забрал одну. В общем, короче, тут смазки. Сейчас. Вот такая аптечка тут была. Аптечка RM для ремонта пневматических шин. Цена 1 рубль, гост такой-то от 73-го года. Иди в баню. Сейчас откроем. Сейчас я. Ух. Ай-яй-яй. Короче. Унес у меня и ту перчатку. Иди сюда. Гадость такая. Вся в слюнях. Ё-моё. Вот такая аптечка. Вот, это типа самовулканизирующаяся заплатка. Защитный слой срываете, мажете клеем и приклеиваете. Вот, терка. Предохранители. Причем уже сгоревшие колпачки и золотники. И вот заплатка для ремонта покрышки, армированная. Вот она. И опять унес. Вот такая вот аптечка обнаружена вот здесь внизу лежала. Вот такая находочка. Я ее класть не буду туда, потому что она будет просто греметь. А толку от нее никакого. Нет, это тебе нельзя здесь оставлять, упрешь куда-нибудь. Ну, сейчас что, подсоединяем этот
этот фишка соединили. Здесь предохранитель стоит. Один из тех, которые там сгоревшие. А, вот. Пока перчатки он не отнял у меня. Вот сюда их подложим. Чтобы аккумулятор так поменьше гулял, поменьше гремел. Вот. Закрываем. Так, что тут делаем? Берем ключик, тот, который посветлее. Кстати, ключика у меня нету от этого. От замка. А Зелковский ключик должен быть. Вот, вот так. И делаем подсосинг бензина. Что ты тут лезешь ко мне? А? Не дает покоя. Вот так вот. Сосамбу сделали. Немножко обогатителя. Зажигание горит. Чуть нейтралка перестала гореть. Заводим. Работает вообще хвост, мне нравится. А что его завел? Я же завел-то его, вот канистру взял. Хочу загрузить канистру и съездить на заправку вон туда, вот туда вот, за те кусты. На заправку за бензином. Для того, чтобы его заправить от души. Потом я отцеплю сегодня коляску, потому что надо будет делать подвеску. Покажу. Ой. Смотрите, как болтается колесо. Так не видно, сейчас вот здесь покажу. В общем, вот здесь пусть болтается очень сильно, вот в этом месте. И, возможно, не отрегулировано. Булька! Убежал, гадость. Вот, тяги не отрегулированы. А, и сразу же я вижу, что вот это вот место неправильно сделано. Смотрите, выдвинуто. А оно должно быть глубже посажено, где-то вот до сюда. Вот до сюда. Вот, я уже нашел неисправность. Особенно сзади отодвинуто. Гляньте, как она уйдена. Вот здесь, видите, свободная. Вот должна засажена быть посюда. То есть коляска выведена. В общем, коляска едет на мотоцикл, а мотоцикл на коляску. И поэтому руль болтается. Вот буквально сейчас даже я поправлю, наверное. Поправлю. И вот эта тяга не там стоит. Ее нужно отпускать. Она должна вот здесь стоять, вот в этом месте. Вот. То есть задвигаем тягу, сюда сдвигаем. И поедем с вами, сделаем продубас. И, короче, перестанет этот, как он там, этот воблинг. Воблинг уйдет. Не будет руль трепать вот так вот. То есть сейчас я этим займусь специально и сниму видео по этой теме. Ну что, на этом всем спасибо, всем пока. Затянулось. В общем, по устранению будет новое видео. Буля, Буля, ты где? Буля, Буля, ты где? Буля, Буля, Буля. Буля, Буля, Буля. Ай-яй-яй! Ну, слава богу, нашелся. Пойдем, я тебя загоню в будку. Иди ко мне. Не поймаешь. Иди к себе домой. Иди домой. Домой. Все, 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 все. Домой. Все. Скажи всем спасибо, всем пока. А то я попрощался, а ты нет. Когда заходит, сразу.